за один час продать 2 пакета. Добрый день всем. Алексей Чесноков из города Урая. У нас есть результаты по работе с пакетами. То сейчас активно включили это в работу в городе Урае. За 2 часа у нас сколько заработано? За час. За час мы заработали сколько? 1500 рублей на пакетах. 1500 рублей заработали за час просто на пакетах. Они даже как-то страшненько у них оформлены. Еще сейчас я покажу. Это ужас ужасный. То есть вот так. Так вот, да. Даже так они продаются. То есть не надо их так оформлять. Я вам сейчас покажу, как они должны быть оформлены. Так, Наталья с Марией так продают. Да, ну это так. Но даже так они продаются. То есть у меня они сформированы вот в таком красивом виде. То есть здесь диск, здесь буклет, да, и в принципе, то есть он очень качественно выглядит. Ну, более подробно я вам на тренинге все рассказывал. Смотрите, читайте, пробуйте и научитесь зарабатывать. Вы сразу определяете высококачественных кандидатов. И плюс они уже потом будут либо клиентами, либо дистрибьюторами 100%. Вот, поэтому с вами был из города Урая снова Алексей Чесноков. До новых встреч и успехов!